Всем привет, это Сталкер Мод МКС. Сегодня мы поговорим об изменениях в нашем моде, а то с нас просят скриншоты, а мы все никак не даем. Первое изменение — это шлагбаум. Ставится как угодно. Вот. Будет контролировать поток машин, людей. Будет открываться и закрываться. Далее у нас изменение — это локти. Да, у персонажа теперь появились локти. Потому что... А почему, вы сейчас узнаете. Итак, следующее изменение. Это у нас пистолет. Сделал его Робокоп. Модель сделана в Blender. Да, посветлее выйду, чтобы видно было. Вот. Так он выглядит у персонажа. Значит, и следующий у нас снайперская винтовка. Вот. Выглядит она тоже вот так вот. Ближе к дереву подойти. И пистолет. А? Почти натуральный. Вот так-то. На этом, в принципе, все. Пока. Ждите в сентябре, в октябре.